Вадим очень рад, что ты все-таки надумал. Безумно счастлив. Готов? Да. Жди меня на тротуаре через час. Для твоей же безопасности и для нашей тоже нам придется на время завязать тебе глаза. Ты сможешь попробовать товар. Не волнуйся. Тебе понравится, я обещаю. Ну, а все остальные детали ты обсудишь с Вадимом. Не повышай голоса, он этого не любит. Ты пойми. Я тебя отвезу в такое место, куда до сих пор никого не возил, тем более американцев. И я тебе не доверяю, как доверяет Вадиму. Так что не надо. Ясно? Если хочешь снова увидеть свою девчонку, приходи один. На тротуаре. Через час. Ты не в обиде, что я за тобой сижу? Да ну что ты? Так. Покажи-ка руки. Кошелек, сигареты, зажигалка. Кажись, все.